Боевики обстреливают жилые кварталы, чтобы дискредитировать украинских военнослужащих. Об этом сообщил спикер антитеррористической операции Владислав Селезнев. Террористы обстреливают Краматорск и Славянск. Также Селезнев добавил, что силы АТО ведут только точечный огонь по местам базирования боевиков, по их блокпостам, руководствуясь проверенными данными разведки. Также поступила информация из Генпрокуратуры. Начато уголовное производство в отношении должностных лиц вооруженных сил и оперативного штаба АТО из-за сбитого под Луганском самолета Ил-76. Согласно сообщению, они проигнорировали данные об активной деятельности террористических группировок вблизи аэропорта Луганска и не приняли мер по безопасной посадке самолета в районе проведения антитеррористической операции. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.